Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Сегодня я вам покажу такую рабочую ситуацию при пуске наладки. В общем, смотрите, это у нас ряд автоматов. Часть автоматов соединена гребенкой. Здесь стоит у нас DIF автомат на розетку. И еще там три автомата уже отдельно. Вот. Дело в том, что у нас при включенных автоматах нету фазы, то есть вот видите, первый есть, на втором ничего нету, третий есть, то есть на втором автомате у нас автомат включен, а индикатор ничего не показывает, то есть напряжения здесь нет, соответственно у нас не работает потребитель, подключенный к автомату QF4. Вот, мне здесь не совсем нравится, как установлена гребенка, видите, так не совсем ровно. И еще заметил вот такую вот особенность. Сейчас вот у нас включено освещение, и вот смотрите, видите, чуть-чуть воздействую на крайний автомат, там слышны искрения, и соответственно пропадает освещение. Я подозреваю, что где-то здесь либо не протянут контакт, в общем, надо искать. А вообще это у нас шкаф АВР собственных нужд. То есть вот у нас два ввода. Реле контроля напряжения на базе РНПП-311М. Это у нас второй ввод. И цепи управления. Здесь у нас по стандарту опять же два контактора. И ряд наших автоматов. Здесь индикация. Про данную схему АВР я уже рассказывал вам на своем канале. Здесь все аналогично, только вместо тогда стояло реле EL от Meander. Сейчас здесь в данном схеме AVR установлено реле РНПП, трехфазное реле контроля напряжения РНПП-311М от Novatek Elektr. Достаточно хорошее, надежное реле. Пока у нас напряжения на первом вводе нет, поэтому я вам показать схему работы AVR не могу. Сейчас заметил, что на нашем автомате QF4, на котором нету, да, индикатор не горит, у него и сверху тоже не горит. Хотя гребенка у нас вроде как подключена. Вот соседний у нас есть, здесь нет, здесь есть. А вон они приходящие как раз таки с контактора. Давайте проверим на контакторе. Фаза А есть, Б есть, С есть. То есть с контактора у нас все на наш автомат и приходит. Где-то вот здесь вот у нас теряется контакт. Видите, опять-таки покажу вам. Чуть задеваю. Проверил затяжку гребенки. Везде гребеночка хорошо затянута. Здесь используется вилочная. То есть все хорошо везде протянуто. Но вот опять крайний автомат вот шевелю. Видите, все пропадает. Ну, сейчас сниму гребенку и посмотрю, как подключены вот эти вот концы там. Так, гребенку снял. Ну, вроде все подключено. Может быть, мимо попали. Мимо зажима попали. Надо сейчас посмотреть. Ну, вот как я и предполагал, смотрите. Видите, они установлены не в зажим, а просто перед зажимом. Все три проводника. Здесь еще как-то контакт, видимо, как-то получался. То фаза Б, здесь он просто вот болтался в воздухе. Видите, мимо. Итак, все три проводника. Ну все, сейчас исправлю и подключу обратно гребенку. Так. И ставим нашу шинку. Ну и сейчас, придерживая задние проводнички, будем затягивать.
Ну все, готово, проверяем. Фаза есть, фаза есть, фаза есть. 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 И низ. Есть. 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 Так, эти у нас отключены. Есть. Так, ну и последний автомат, это у нас с трансформатора 220 на 12. Вот он у нас здесь установлен. То есть это автомат по низкой стороне, QF11. Вот видите, 15 вольт. И он уходит с этого автомата, уходит вот сюда вот на розетку. Вот эта розеточка. Вот такое небольшое видео из раздела «Будни электрика». Ну, если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!